конце этой недели для кировских старшеклассников прозвенит последний звонок. До конца недели у школьников еще есть время подготовить вечерние наряды и самим подготовиться к экзаменам. А вот в одной из школ Кирова выпускной прошел уже сегодня. Учебный год закончился для учеников воскресной азербайджанской школы. Неджат Изатов родился в России, родной язык для него русский. Но чтобы ребенок не забыл свои корни, мама Дельрус Сатаровна с рождения учит его и другому языку, родному для нее и для отца Неджата, азербайджанскому. Не только дома, но и в школе, воскресной. Сегодня у ее учеников закончился учебный год. Неджат к празднику подготовил стихотворение. Да, хорошо, я с мамой учил, только переживаю немного. Салам алейкум. Александра Кудратова азербайджанский язык пока знает плохо. Учит всего год. Таких, как она, выпускников первогодок, здесь 24 человека. Всего в азербайджанской школе учится около 40 детей. Открылась она 2 года назад при Центре национальных культур Кирова. Ильнур Гусейнов, идейный вдохновитель школы, рассказывает, одной из целей создания было не просто научить детей родному языку их родителей или рассказать о традициях страны, но с помощью этих знаний научить взаимоуважению и толерантности. Понять, чтобы они не одни. Есть другие нации, есть другая культура. Из-за этого мы так решили, чтобы уроки мира им преподавать, чтобы они более обширно охватывали узор свой, расширяли свои знания. Сейчас в планах у организаторов найти свое отдельное помещение для занятий. Пока школа ютится в библиотеке Центра национальных культур. А также расширить программу обучения, вести изучение других языков, например, английского и немецкого. И привлекать еще больше учеников. Анна Мамаева, Алексей Юферев, Бюро новостей Давича.